Дынная пора вовсю идет, ура-ура, и я живу на дыне, тра-та-та. Вот так вот, 3 дыни в день съедаю и больше ничего не ем. Красота. Утром дыня, такая среднего размера, то колхозница, то торпедища, и хорошо мне, вообще классно. Просто дынный сахар, он улучшает работу мозга и вообще хорошо становится, легко, сыто, она же питательная такая, в ней и для сердца все есть, там калий. Ну, вообще красота, мне нравится вот, вообще на дынях, прям дынная диета у меня. Дыня с утра, дыня днем в обед и дыня к вечеру. Очень хорошо, вот это, ну хочу отметить вот это, вообще мне понравилось. Я как же без дыни-то буду, я просто думаю вот сейчас. Ну ничего, дынная косичка будет зимой, ну зимой это вообще печалька без дыни. Я, конечно, изобрела дыню, тыкву смешиваю с бананом со спелым на блендере. Зимой получается дыня, у нее дынный вкус такой. Ну вот они, я хочу еще.